А спонсор этого видео – сайт moichai.ru. Если ты любитель самого настоящего качественного чая или просто хочешь его попробовать, тогда заходи по ссылке в описании и заказывай. Здесь тебя ждет множество сортов натурального чая из разных уголков мира, от самых популярных до самых редких. Посуда и различные приспособления для чаепития, подарочные наборы, мерч и даже мед. Приятного тебе чаепития и приятного просмотра. Итак, парни, а ты все еще Майкл Джексон? О, черт, я забыл, что я Майкл Джексон. О, на доске написано, кто такой Майкл. Интересно. Кстати, это похоже на кресло, в котором ты грузишься в Black Ops. Это клип на триллер, где будут зомби, Майкл. Вот так, мы в игре! А, окей, ладно. Эй, добро пожаловать, парни! Добро пожаловать в Roblox Zombie! Да. Кстати, парни, это обычный Black Ops 3 с режимом зомби, но мы добавили несколько модов, чтобы это было похоже на Roblox. Ага. Так что, надеюсь, вам понравится. А что, это было смешно? Да я пошутил. Мы любим Roblox. Блин, это звучит еще хуже. Эй, идите сюда, наверх, продолжайте идти. Идите ко мне, вы не должны это пропустить. Будь ты проклят, Майкл. Вот и обложка для моего видоса. Будь ты проклят, Майкл. Чёрт, чувак, последний зомби убегает от нас, а мы должны его убить, чтобы открыть двери. Ты сказал двери? Чёрт, о, он идёт. Вот так, о мой бог, это было раздражающе. Мы должны включить электричество, и тогда двери откроются. О, ништяк, погнали. Вы не помните эту карту? Как будто ты помнишь про эту карту. Я реально не помню. Я забыл про телепорт. Откуда я знаю про электричество? Даже не знаю, тут ничего такого подозрительного. Окей, Роблоксер, ты сделал одну полезную штуку, так что замолчи. Замолкни. Окей, успокойся. Это ты замолкни, Майкл. Да, будь ты проклят, Майкл. Будь ты проклят, Майкл. Как нам пройти эту карту? Это ты помнишь, Эван? Нет, мы ее не могли пройти. Не могли? В смысле вы не могли пройти ее? Ну знаешь, в оригинальном моде у этой карты не было концовки. Серьезно? Да. Хочешь сказать, здесь нет концовки? Не знаю, возможно, здесь они сделали, но в оригинале ее не было. А, да, ты прав. Я не помню концовки. Загадочный ящик, что я получу? М1 Грэнд, вау. Это хорошая пушка, хорошая. Нет, нифига. Каждый раз, когда перезаряжаешься, она делает чинь. Вау, тут собаки. Собаки! Интересно, как они выглядят? Вон они! О, а что, не так уж и плохо. Максимум патронов. Тут была всего одна собака? Капец, Брайан, эта пушка просто огромная. Какого черта? Она длиннее, чем ты. Срань господня. О, мой бог, это так нелепо. Подходите по одной, сучки, я Майкл Джексон. Капец, они отлетают. Походу, не тебе надо быть хостом. Нет, с ними со всеми такое. Почему ты обвиняешь меня? Кстати, я нашел приколюху, но не скажу, где она, пока ты не извинишься. О, серьезно? Она случайно не за мостом наверху справа? Нет. И он такой выталкивает эту штуку из комнаты. Если тут нет концовки, может, поставим себе целью добраться до 69-го раунда? Я согласен. Звучит неплохо. Хорошо, тогда готовьтесь потратить на это всю ночь. Серьезно? Но нет, этого не случится. Если мы доживем до 69-го раунда... Мы сделаем это. Что это за хрень? Подбирай! Но что это такое? Я не знаю. Типа бомба-приманка? О, да, смотри. Да! Так в Роблоксе выглядит бомба-обезьянка. О, они также могут отталкивать ее. Она вообще взрывается? Оу, да. Да, это было круто. Что теперь мне выпадет отсюда? Какой-нибудь пистолет или медвежонок. Лучевая пушка. Опять! У меня есть такая пушка! Нет, это чуточку получше, чем та. О мой бог, я перешел с 19 века на начало 20 века. Я не знаю, когда эти пушки выпускались, но вы поняли шутку. Ты держишь ее, как Стивен Сигал. Она идет у тебя над плечом. Да, она торчит у тебя из плеча. Пришло время спасти мир. Да. Перезарядка! Просто убей его, это Роблокс, Брайан. Ага. Тут не так тяжело.
О боже, я выхожу, не выходи, я здесь. Нет, только не выходи. Просто без комментариев, я тут просто развлекаюсь по-вашему, да? Это потому что я сказал, что тут легко? Я так сказал, нет, я так сказал, потому что у меня не было патронов оружия. Ты обидел меня? Да, давай, вали отсюда своей лунной походкой. Ты реально хочешь это продолжить? Не, реально, пройди задом немного. А еще тебе чего? Ну пройди задом. Вот так, сучка. Идите сюда, собачки. У, эй, Ногла, я выбил вундервафлю из ящика. Серьезно? Да ладно. Брайан, мы соединили все телепорты, что дальше? Нет, нужен еще один, да. Кстати, я знаю место, где мы можем засесть до 69-го раунда. Оно наверху, я помню, как часто тут сидел. А, мостик? Да, ты знаешь, о чем я? Это классика. Давай, ящик, дай мне оружие. И это опять какое-то дерьмо. За что, Роблокс? Не сыпь мне соль на рану, Роблокс. Хватит выдавать мне всякий однозарядный мусор. Дай что-нибудь хорошее. Долбанный кот? Это другая игра, но те же эмоции. У меня нет патронов, вот блин. О мой бог, мне хана, мне хана. Погоди, погоди. О, чувак, я не смогу помочь, я тут просто... Ох, блин, ох, черт! Оставь меня, оставь меня, оставь меня, оставь меня! Нет! Окей, теперь у меня есть время. Я так не думаю, я так не думаю, я так не думаю! Нет! Меня положили! О, нет, неужели мы проиграем в Roblox зомби? Черт возьми, чувак! Мне хана, мне хана! Это так по-крысиному! Это так по-крысиному! Мне хана! Мы проиграли! В Roblox зомби! Я ничего не смогу взять из ящика, если Брайан будет продолжать гасить их. Будь ты проклят, Майкл. Он опять выбит хорошую пушку. Ну, неплохо, неплохо. О да, я возьму ее. Он такой просто... И стоит с этой пукалкой. Да, видимо, я никого не убью. Окей, окей. У меня закончились патроны в этой пукалке. Мгновенное убийство. О, вот так. Оу, теперь меня не остановить! Пожалуй, я смогу! Надо купить чего-нибудь, пофиг, что мне дадут? Давай! Ну, неплохо, неплохо, неплохо! Мне нужно что-нибудь многозарядное, скорострельное! Вот так! Чёрт! Хорошие пушки! Ну пошли они! Ты произнёс какой-то мат или нет? Окей, это дробаш! Этот дробаш просто ужасен! Они выдерживают 3 выстрела из него на 5-м раунде! Теперь у меня есть нож Дэвида Боуи, погнали! Теперь я наконец-то могу убивать! Оу, да у него большой радиус удара! Оу, да, оу, нож Боуи довольно хорош! Это имба! Да, это правильное зумерское слово! Минус! Минус! О мой бог, так много очков. Теперь я могу купить Джак. Это лучший день из всех. И тут он умирает. Минус. Ты пока последний. Живем хорошей жизнью, живем хорошей жизнью. Это песня Канье Уэста. Оу, пожалуй, я возьму нож Боуи. Присядь. А, у меня нет 3000. Присядь, 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 присядь. У меня есть для вас одно слово. Присядь. Один, да, последний рядом с тобой. Присядь. Да заткнись уже, Эван. Капец, он так облетел. Это так подходило под фразу. Вот так! Моя первая серьезная пушка в этом матче! Выглядит жестко! Она супер большая! Эй, Эван! Тебе нравится размер моего ствола? Это браунинг? Ништяк, чувак! О мой бог! Ответай мой браунинг! Отправить такое в Украину, и война закончится завтра! Проверим ее в действии! Присядь, песик, присядь. Боюсь, это моя фраза, так что... Да, точно. Окей. В клане присядь, больше нет свободных мест. Да, сорян. Да мне пофиг на ваш клан. Ладно, идем, Брайан. Пора на мостик. Здесь и будет наш последний оплот. Мы же должны дожить до 69-го раунда. Оу, двойные очки, двойные очки, двойные очки. Видишь, таким темпом мы быстро доберемся до 69-го уровня. Видите, теперь это не так тяжело. И не так весело. Да, но я устал. Что-то не очень-то и похоже. Еще и с этой глупой ухмылкой на лице. Я уж думал, что сейчас повернусь, и твой персонаж будет лежать кверху лицом, типа он спит. Нет.
Но я бы прикорнул в этом удобном уголку. Только попробуй. О, мой дробовик прокачался, теперь он называется разрубатель костей. Ништяк, чувак. О, мой бог, да эта штука просто разрывает этих детишек. Чего? Окей, я запишу это. О чем это вы? Я говорю про свой ствол. В чем проблема? О боже, чувак, это прозвучало так неправильно. Это прозвучало так неправильно. Просто прекрати, о мой бог. Он просто разрывает детишек. Мой ствол. Да, я говорю про мой ствол. Я имел в виду мое оружие. Слушай, мы поняли, просто это было смешно. Это будет не смешно, когда моей карьере придет конец. Да ничего не будет, все будет нормально. Да, все будет нормально. Слушай, Майкл Джексон защитит тебя. Ну да, именно такой защитник мне нужен, Майкл Джексон. У меня большой опыт по отношению с детьми. Ну да, ты их часто трогал, мы это знаем. Спасибо, Майкл. Без проблем. Ладно, я буду тут, если умру, то умру. Походу, он сейчас встанет там и уснет. Да, как ты узнал? У меня тут как раз есть кровать. Вот так, зацени эту кроватку. Это не кровать, это остатки от ящика. Не знаю, по мне так выглядит удобно. Нагле? Нагле? Да? Что ты делаешь? Ничего особого, просто чилю. Ты что, подключил долбаные... Прозвучало так, будто ты подключил долбаные колонки. Хи-хи! Шики-шики-шики. Ты не заставишь меня сдвинуться. Шики-шики-шики. Давай немного поиграем с тобой, малыш. Во что вы там играете? Походу, это какие-то ролевые игры. О, я возьму это. Господи, хватит. Это самая отвратительная минута моей жизни. Надеюсь, наши девушки не увидят этого. Ну, Ланейбе, это понравилось. О, кажется, у меня депрессия. Во что вы играете? В лунную походку страсти. Все нормально, если это происходит на Луне. На Луне нет похоти. Ладно, я заточу сэндвич. Звук такой, будто там много хрустящего салата. Он так устал, что решил захавать блокнот. Он заживал бумагу, он настолько устал. Какой-то он суховатый сегодня. Салат аж режет язык краями. У тебя довольно хорошее воображение. Капец, собаки впитывают так много. У нас уйдет часа 4, чтобы дожить до 69 уровня. Ну так работай, чувак. Да, если ты хочешь достичь максимального уровня в Black Ops, тебе надо работать. Еще Вейн Грецкий говорил, 100% если много работать, ты получишь максимальный уровень в Роблоксе. Вейн Грецкий. Не бойся, Ногла, однажды мы вытащим тебя из-за решетки. Пожалуйста, спасите. Я в тюрьме Твиттера. Я опять что-то не так сказал. Схожу-ка я за йогуртом. Какой йогурт ты взял? А что? Какой йогурт ты взял? А, я взял Принглс. Да-да, обожаю этот йогурт. Греческий Принглс. С каким вкусом у тебя Принглс? Сметана и лук. Ты пробовал смешивать Принглс с разными вкусами? Боже, что за чушь ты несешь? Это было в их рекламе. Они говорили, что можно смешивать разные вкусы, но я так не пробовал делать. Попробуй, у тебя есть еще вкусы? Не, у меня больше нет. Вау. Но я могу смешать Принглс с йогуртом. Парни, эта собака фигачит брейкданс. О, мой бог, посмотрите на нее. Будь ты проклят, Майкл. Смотрите, кто проснулся. Давай, давай. Посмотрите, как кто выбрался из своей клетки. Да, кто проснулся. Давай, собачка. Кто проснулся. Да, собака брейкданцяка. Я подумал, что может сделать мою жизнь еще хуже. Посмотрю-ка я стримы. Да, да, собака не убивает тебя, она просто сидит на голове. Отвечаю, эта собака просто чилила у тебя на голове. Надеюсь, Лене не спит. А что? К нам кто-то пришел. О, да. Лене, продолжай спать. Держись, Эван. О, нет. Оу, твою ж. Ладно, мне пора идти, игра закончена. О чем ты? О чем ты? Ништяк, ништяк. Брайан ушел. Остался только... О, нет. О, нет. О, нет. Как только он ушел. Да, так держать, Ланей. Ништяк. Спасибо, Ланей. Это было неожиданно, но спасибо. Неплохо, 28 раундов для двоих игроков. Да, неплохо.